В условиях увеличения риска распространения вирусных инфекций, по-особенному тяжелый труд медицинских работников. Наши коллеги интересовались, как сегодня работает терапевтическое отделение Антрацитовской центральной городской многопрофильной больницы. С появлением угрозы распространения инфекции нового типа на передовой оказались медицинские работники. Каждый день они борются за жизни людей. Сейчас в Антраците и районе более 30 подтвержденных случаев COVID и около 300 пациентов с диагнозом пневмония. Все они обследуются в различных стационарах. В их число входит и терапевтическое отделение Антрацитовской центральной городской больницы. Сейчас ситуацию можно охарактеризовать как тяжелую. Но эта ситуация вполне контролируемая, то есть как врачи, так и средний медперсонал справляется полностью со своими обязанностями. В тяжелом состоянии сейчас два пациента. Безусловно, положительные стороны также есть. Ежедневно из терапевтического отделения Антрацитовской больницы выписывают около 10 человек. Для обеспечения ухода за пациентами имеется все необходимое оборудование. В прошлом году нам поставили администрация кислорода-концентратор. Сейчас вот эти люди, которые у меня лежат, все с пневмониями, они бы были, те, кто нуждается, они бы были обеспечены кислородом. Ну и одного аппарата хватает для того, чтобы, в принципе, оказывать, скажем так, какую-то быструю помощь. То есть кому не хватает кислорода, у кого сатурация нарушена, снижена, значит, им хватает вполне этого аппарата. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония в основном люди пожилого возраста. Поэтому врачи в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения самоизоляции и санитарных мер. Я просто еще раз призываю, пользуясь вот таким случаем, наше население. Причем не только население 65+, но и все население нашего города. Соблюдайте, пожалуйста, режим самоизоляции, соблюдайте масочный режим, мойте руки.